Я Джетли, и сегодня мы будем обозревать мои носочки. Мои новые носочки. А начнем мы с этой черно-белой пары, где написано весело. Высокие носки, они будут немножко сползать, скорее всего. Ну, под мои кроссовки самое то, тоже черно-белые. В материалах указан хлопок 77%, ПА 18% и эластан 5%. Усиленная пятка и мысок, но, по-моему, тут у всех усиленная пятка и носок. Возможно, вот эти носочки будут немножко теплее, чем эти. Потому что эти полупрозрачные, мы можем это увидеть, если посмотрим вот сюда. Просвечивает моя татуха. Эти носочки абсолютно такие же, как и предыдущие. Просто такого цвета. И с другим принтом. Теперь давайте померяем другие носочки. У нас есть вот такие высокие. Ну, они реально высокие. И есть такого же формата. Ну, то есть, просто. Давайте теперь, наверное, вот эти носки померяем. Изнутри принт очень жуткий. Приятные персиковые носочки. Немножко просвечивают.